Вы смотрите «Масс-медиа Камчатка». Сегодня в выпуске. Школьника сбили на зебре в Петропавловске. Камчатские браконьеры пытались сбежать от рыбоохраны. Первый школьный кванториум открылся в школе номер 28 Петропавловска. Подробности далее. Школьника сбили на зебре в Петропавловске. 10-летний мальчик госпитализирован. ДТП произошло вечером 11 сентября в районе дома 14А на проспекте Победы в краевом центре. Прокуратура Петропавловска контролирует результаты проверки по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio совершил наезд на ребенка, переходящего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мальчика госпитализировали в Камчатскую краевую детскую больницу с переломом бедренной кости. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Также организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и исполнения законными представителями своих обязанностей. Камчатские браконьеры пытались сбежать от рыбоохраны. Двух мужчин заметили на реке Большая в Усть-Большерецком районе. Как сообщили в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства, заметив инспекторов, правонарушители стали выбрасывать рыбу в воду и попытались скрыться. Однако попытка бегства не удалась. Металлическую лодку, сеть и 84 экземпляра кижуча общим весом 260 килограммов изъяли и отправили на ответственное хранение. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 893 340 рублей. Напомню, за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11 575 рублей. За хвост чавыча или кижуча – 10 635 рублей. Сима обойдется в 5 128 рублей, кета – в 2009 рублей, а горбуша – в 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 килограмм красной икры составляет 27 455 рублей. Планируют добавить еще одно судно, чтобы увеличить число выполняемых рейсов. Вопросы доставки грузов обсудили глава Камчатки Владимир Солодов и председатель совета директоров ФЕСКО Андрей Северилов. Рабочую встречу провели на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Как сообщил губернатор полуострова, для Камчатки с учетом трудностей логистики партнерские отношения с морскими перевозчиками критически важны. Я бы здесь по приоритетности говорил первое о стабильности самих поставок и сроках, и только второе очередь по тарифам по всему остальному, хотя, конечно, тоже важно, потому что все заказимое, у него тариф ложится в стоимость, и здесь хотелось просто в дискуссии быть, какие у нас, какая у нас свобода маневра, где есть те сегменты логистической цепочки, по которым можем работать с точки зрения удешевления доставки грузов там, на Камчатку. Владимир Солодов также отметил важность переработки предложений в федеральный закон о северном завозе. По его словам, их утверждение на уровне подзаконных актов позволит обеспечить реальный эффект с точки зрения стоимости конечной доставки грузов. У нас такое приоритетное для нас направление – это развитие северно-морского пути. Мы активно раскачиваем сейчас два направления. Это Камчатко-энергетический хаб, здесь наш партнерный отель уже. Финальной стадии реализации хаба по переводке из Камчатки. Второе направление – это доставка рыбы с Камчатки и генерального груза «Хламба Камчатка». Рейс сейчас уже третий год происходит, количество увеличивается, но мы видим, и мы видим их востребованность, конкурентоспособность уже сегодня при всех ограничениях. В свою очередь Андрей Северилов сообщил, что в рамках Северного завоза выделят дополнительное судно для доставки грузов на Камчатку. Кроме того, он обсудил с партнерами из Крымского морского пароходства, чтобы их суда также заходили на полуостров. Биологическая и химическая лаборатории, лаборатория физики, кабинет робототехники и лектории. Первый на Камчатке школьный кванториум открылся в школе номер 28 Петропавловска. Практический центр для учащихся появился в рамках нацпроекта образования. Я считаю, что такие проекты очень актуальны и важны для обучающихся, потому что, посмотрев еще на 30 лет назад, мы и предположить не могли, что такие возможности даст общеобразовательная городская школа. Но сегодня мы можем притронуться к современной технике, гаджетам уже в школе, почувствовать прогресс и дать возможность нашим обучающимся самим толкать этот прогресс, развиваться и развивать, что сверхактуально сегодня для современного
подростка, для современного школьника. Начальник управления образования отметил, что в планах создавать подобные центры и в других городских школах. В первую очередь там, где есть предпрофессиональные классы, естественно, научной направленности. Прежде всего, этот кванториум будет работать в рамках образовательного процесса. Нам он был необходим, потому что у нас есть предпрофессиональные классы. Это классы химико-биологического направления, это классы МЧС, классы МВД. И нам необходима такая база, потому что практическая база, она для детей предпрофессиональных классов очень важна. И я надеюсь, что именно на базе кванториума мы осуществим свою идею. Это научное исследование, научные идеи, научная работа. Школьников. На открытии школьного кванториума о лабораториях и их возможностях рассказывали не только педагоги, но и дети, учащиеся 11 классов естественно-научной и технической направленности. Гостям продемонстрировали в том числе гомогенизатор, прибор для получения перед проведением лабораторных исследований однородных мелкоизмельченных смесей и эмульсий, аналитические весы с возможностью подключения к компьютеру для более точного анализа, ультразвуковую ванну для очистки предметов с различной поверхностью, телескоп, квадрокоптеры и другое оборудование, с которыми будут работать школьники. Данное многообразие вообще ресурсов для изучения очень полезно тем, кому интересны естественные науки, как и нам всем учащимся. Но это поможет в будущем становлении, выборе профессии, в принципе, саморазвитию людей. Заниматься с детьми будут учителя первой и высшей квалификационной категории. В дальнейшем планируется, что в кванториуме будут проходить занятия и для остальных учащихся, включая начальные классы, в рамках внеурочной деятельности. В средней школе номер 28 Петропавловска обучается почти 700 детей. Кроме того, одна из елизовских школ предложила совместную работу, чтобы их ученики приезжали в кванториум. Этот вопрос сейчас обсуждается. Для губернатора Камчатки Владимира Солодова не важно, сколько людей живет на полуострове. Ему интересно, чтобы в регионе находились только самые лучшие и талантливые. Глава края рассказал об этом в рамках сессии «В гостях хорошо, а дома лучше. Привлекательность регионов для молодежи», которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Для меня очень простой фразой описывается видение Камчатки. Это то место, где каждый первый мечтает побывать, пока бывает каждый второй или каждый третий. А наша задача, чтобы из тех, кто побывал, значимая часть решила связать свое профессиональное развитие с Камчаткой, что-то сделать для Камчатки. Накопленное сокращение населения у нас есть, но если мы посмотрим на категорию людей от 25 до 35 лет, то уже последние 4-5 лет у нас прирост постоянный. В этой категории самые работоспособные, самые активные, самые перспективные у нас прирост. Владимир Солодов отметил, что регион все еще теряет население студенческого возраста, потому что люди выбирают обучение, как правило, не на Камчатке. Критичного в том, что человек поехал поучиться, если потом он возвращается снова к нам, ничего нет. Здесь мы не меньшую активность прикладываем, применяем с точки зрения целевого обучения, контрактов и так далее. С полуострова уезжает много людей пенсионного возраста, но Владимир Солодов не видит в этом ничего критичного, так как климат на Камчатке имеет свои особенности. А вот удержание, привлечение, сохранение молодежи в регионе – это вообще самоцель. Это мой первый тезис. Это самоцель, это главный индикатор нашей работы. Вся моя работа, вся работа правительства Камчатского края в конечном счете, на мой взгляд, может быть измерено вот этим показателем. При этом я оговорюсь, что важно для меня в первую очередь не количество, а качество. Важно, чтобы лучшие оставались и самые талантливые приезжали. Губернатор отметил, что вся работа краевой власти, начиная от постройки жилья и заканчивая развитием сельского хозяйства, построена именно для достижения данной цели, чтобы талантливые люди приезжали на полуостров. По словам главы региона, не менее важно изменить сложившиеся стереотипы родителей, которые принимают решения о дальнейшем месте обучения и перспективе профессии для своих детей. Во второй части выпуска «Масс-медиа Камчатка» смотрите. Презентация инвестиционного потенциала края прошла на стенде Минвостокразвития в рамках ВЭФ. 95-летний юбилей отметило село Ковалерское в Усть-Большерецком районе. Международная выставка акварели и графики «От берега до берега» открылась на Камчатке. Подробности далее.
Стереотип о том, что Камчатка – недоступная и неразвитая земля, устарел. Об этом заявил губернатор полуострова Владимир Солодов на полях Восточного экономического форума. Губернатор края рассказал о ключевых приоритетах, которые ставит перед собой региональная власть, и площадках, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам. Камчатка, которая всегда воспринималась как загадочная, таинственная, красивая, но недоступная и, в общем, неразвитая земля, мы меняем этот стереотип, мы меняем этот подход, сохраняя устойчивое развитие, потому что развитие Камчатки базируется на принципах воспроизводства, на принципах устойчивой зеленой экономики. Мы, тем не менее, добавляем в него первый приоритет – создание комфортных условий для жизни, второй приоритет – создание благоприятных условий для инвестиций. За счет этого мы перефразируем известный слоган о том, что здесь начинается Россия, на Камчатке начинается Россия, на Камчатке начинается новый день, а мы вдохновляем себя и всю страну на этот новый день. Губернатор добавил, что одна из базовых отраслей – это туризм, который каждый год показывает прирост инвестиций. Туризм на Камчатке – это самая быстрорастущая наша отрасль экономики. И если говорить про динамику, то именно туризм дает наиболее высокую скорость. И в целом, забегая вперед, основные площадки по инвестированию связаны тоже с туристической привлекательностью, потому что это именно та сфера, в которой прямо сейчас происходит качественный переход. Количество переходит в качество. Мы переходим от такого спонтанного туризма, от посещения Камчатки разово или единично, к системному развитию, к приходу больших игроков и к созданию кластеров целых, которые объединяют инвестиционные возможности и формируют экосистему туристической инфраструктуры. По словам Владимира Солодова, в рыбной отрасли в этом году полуостров подтвердил статус главного рыболовного региона страны. Почти 500 тысяч тонн лосося добыто, что составляет более 85% общего улова лососевых рыб в стране. Данная отрасль является первой по объему инвестиций. Мы практически полностью и в соответствии с планом выполнили программу первого этапа инвестиционных квот в том, что касается береговой переработки. На сегодня на Камчатке построены и введено в эксплуатацию 7 новых рыбоперерабатывающих заводов, которые задают планку качества переработки. Хочу подчеркнуть, на всех новых заводах объем переработки составляет 100%. Отходов нет как понятия, как класса, потому что отход – это любой отход, это полезное сырье, которое полностью используется. Мы работаем сейчас, чтобы оно использовалось в более глубоких переделах, но уже на уровне рыбьего жира и муки 100% отходов перерабатывается. Это дает эффект не только экономический, но и с точки зрения сохранения нашей природы и экологии. Владимир Солодов рассказал также об инвестициях в основной капитал, которые постоянно растут и в прошлом году достигли практически 1 миллиарда рублей. В ходе презентации он познакомил участников мероприятия также с инвестиционным потенциалом в логистической сфере, пищевой промышленности и энергетике. 95-летний юбилей отметило село Ковалерское в Усть-Большерецком районе Камчатки. Это событие стало всенародным праздником, на котором собрались несколько поколений, от мала до велика. Всех гостей встречали хлебом и солью. Каждый мог насладиться кусочком большого каравая. До начала праздничных мероприятий можно было посетить выставку декоративно-прикладного искусства, а открыл юбилейные торжества глава администрации Ковалерского сельского поселения Виктор Агапов. А вас, дорогие земляки, я поздравляю с юбилеем села. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, отменного настроения, благополучия, мира вашему дому, удачи и успеха во всех делах. С праздником! С днем села! Для жителей и гостей Ковалерского была организована большая культурная программа с песнями, танцами, конкурсами, улыбками и смехом. С юбилеем села всех собравшихся поздравил первый зампредседателя законодательного собрания края Андрей Копылов. Он отметил, что его жизнь тесно связана с Ковалерским. У меня часть молодости связана с селом Ковалерским. Я здесь когда учился в мореходном училище, работал здесь в 1987 году во время отпуска. И мне действительно приятные впечатления остались о селе, потому что реально гостеприимные люди были. Очень, говорю, еще столовую помню очень вкусную вашу. Женщин даже помню, ребятишек помню, которые к нам прибегали, вот там что-то
Ну, интересно им было, конечно, что здесь стройотряд работал, то все. Вот, поэтому приятно очень, очень приятно. С праздником, конечно, село, с праздником Уйбышевский район, с праздником, то, что они, у них поселок сегодня отмечает 95 лет. Игорь Головчак, председатель Думы Уйбышевского муниципального района, отметил, что село Ковалерское всегда было на слуху у жителей полуострова. И сейчас в планах возродить былую славу села. Село всегда славилось своей фермерской деятельностью. В советское время это был совхоз Большерецкий, который славился мясомолочной группой. Здесь был свой пищекомбинат, достаточно большое поголовье скота. Что и сегодня мы хотим возродить, чтобы потомки вернулись к былой славе своих предков. Для этого правительство Камчатского края выделяет средства, делает все необходимое для того, чтобы это свершилось. Мы очень этого хотим и также будем помогать. На празднике многим жителям Ковалерского за многолетний добросовестный труд и активное участие в жизни села вручили благодарственные письма и ценные подарки от Законодательного собрания края, администрации и Думы Уйбышевского муниципального района. Для жителей и гостей праздника работала полевая кухня с вкусным пловом, кашей и горячим чаем. А украшением вечера стал праздник. Искристый салют. Более 18 тысяч камчатцев уже отдали свой голос за объекты благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе». Голосование проходит на портале «Камчатка в порядке» с 1 по 30 сентября включительно. К выбору представлены 55 общественных территорий в трех категориях. Спорт для всех, все лучшее детям и делаем вместе. Как сообщили в краевом правительстве, наиболее активно голосование проходит в Елизовском районе. Там свои голоса за понравившийся объект благоустройства отдали более 10,5 тысяч камчатцев. В Тегильском районе проголосовало 2300 человек, в Усть-Большерецком 800 и в Усть-Камчатском 700 человек. Жителей края призывают активнее принимать участие в голосовании. Принять участие можно через аккаунт госуслуги, указав свой номер телефона. Итоги голосования будут объявлены в октябре. От Камчатки до Мексики. Международная выставка акварели и графики «От берега до берега» открылась на Камчатке. Увидеть уникальные картины можно в Краевом художественном музее. Представлять произведения искусства приехала Нина Дьякова, член Союза художников России, Союза художников Мексики и Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, а также вице-председатель общества акварелистов Санкт-Петербурга. Я полюбила Мексику, путешествовала туда много раз. Конечно, сначала я путешествовала по России, я люблю Санкт-Петербург тоже, и попала на Камчатку и была в восторге от Камчатки. У меня много работ, сделанных по Камчатке. На выставке представлены работы с изображением Камчатки, написанные в разные годы, а также Мексики и Санкт-Петербурга. Каждая картина передает атмосферу. Пройти мимо полотен не получится. Взгляд притягивают идеально подобранные краски, колорит и композиция. Нашим жителям, конечно, очень интересно будет побывать на этой выставке. И я уверена, многие из них впервые прикоснуться к древней культуре, культуре Мексики, которую они увидят вот в этих живописных работах Нины Васильевны Дьяковой. Всего на выставке представлены более 100 работ. Также в музее можно увидеть картины мексиканских художников и камчатского художника Алексея Москвина. Посетить выставку можно будет до 1 октября. Также каждую неделю будут проходить встречи с художниками и авторские экскурсии.